Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эффект ты только трой. Она как Жанна Д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку. Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера. Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле. Дура Лекс. Закон суров. Кто бы с этим спорил? Гость субботней программы Михаила Борщевского «Дура Лекс» — член комитета Госдумы по строительству и земельным отношениям Галина Хованская. «Дура Лекс» в субботу после 21 часа. Каждую субботу вечером мы садимся в поезд. Мы — это Александр Плющев, это он. И Дмитрий Борисов, это я. Ну, садимся не одни, а с кем-нибудь. С кем-нибудь интересным, знаменитым. Ну, или подающим надежды. И на этой неделе этим кем-нибудь будет, знаете, кто? Композитор Сергей Галоян. Так что не забудьте, суббота вечер. Программа «Попутчики». Специальный проект «Эхо Москвы» требуется помощь. Мы благодарим всех неравнодушных слушателей «Эхо». Именно ваше участие помогло собрать средства на лечение многим детям. Благодаря вам у них появляется надежда обрести здоровье. Но, к сожалению, многим и теперь требуется помощь. Ее очень ждут. Слушайте нас в 6.50 утра и в 13.50. Всю информацию, включая номера счетов, вы найдете на сайте «Эхо». Баннер справа. Помогите, им нужна ваша помощь. Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания «Артиллерия» представляют Юлию Латынину в программе «Доступа». Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа, телефон для смс-ок 985-970-45-45. Ну и